Я начну с последней части вопроса. Мне кажется, вы знаете, вот последний, недавно закончившийся, буквально несколько дней назад, Петербургский экономический форум показал, что несмотря на режим санкций, который в результате событий на Украине некоторые наши западные партнеры ввели против России, большой бизнес, тот же западный бизнес, он не принял это, и многие очень представители приехали. Может быть, не первые лица крупных компаний, но их заместители. Поэтому, если говорить вообще о санкциях, да, то, вы знаете, это, наверное, должно быть такое стечение обстоятельств, очень такое неблагоприятное, внутреннее и внешнее для Российской Федерации, когда бы эти санкции реально повлияли на и серьезно повлияли бы на экономическую конъюнктуру, на внутриэкономическое положение России. Пока что это не просматривается, на мой взгляд.